Известный голландский актер, инфлюенсер, певец и модель Донни Рулвинг принял ислам. В сети завирусилось видео, где артист произносит шахаду. Двадцатишестилетний актер сказал, что находился в поисках духовности после того, как столкнулся со многими проблемами в своей жизни. В прошлом году Рулвинг получил серьезную травму во время ДТП. Молодого человека доставили в больницу, где он провел много недель. Также Донни был диагностирован рак, но он вылечился после комплексной терапии. К тому времени парень уже был знаком с исламом, но в стрессовой ситуации многое переосмыслил. Заново прочитал Коран, несмотря на травму попробовал держать пост и в итоге принял решение стать мусульманином. Я не ожидал, что так много людей обратят внимание, что этот день стал для меня особенным. Меня фотографировали, снимали, я общался с представителями СМИ. Хотя, впрочем, этого стоило ожидать, ведь в мечети кроме меня было много народа. Говоря о своем решении принять религию, он заявил: «Я делаю это для себя и ни по какой другой причине». Донни выразил благодарность подписчикам за любовь и поддержку его выбора, добавив, что он все еще учится и надеется, что его будут уважать.